Дорогие участники Евразийского экологического диктанта, быть грамотным важно для каждого человека. Быть экологически грамотным необходимо. Чистый воздух, чистая вода, здоровое питание – основа нашей жизни. Будьте уверены в своих силах. Пусть знания и удача приведут вас к высокому результату. С уважением, ваш Вячеслав Фетисов. Дорогие друзья, мы проводим совместно с нашими друзьями и партнерами первый евразийский экологический диктант. И очень надеюсь, что участие в этом диктанте для вас станет первой очень важной вехой вашей долгой жизни с осознанием разного рода глобальных проблем, в том числе экологических. Дорогие друзья, мы, российские члены экипажа на Международной космической станции, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, приветствуем участников Евразийского экологического диктанта с борта космической станции. Наблюдая за нашей планетой с орбиты МКС, мы видим, насколько же она прекрасна и удивительна. Самым первым человеком с Земли, кто это увидел, был Юрий Алексеевич Гагарин. Он сказал: «Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Мы желаем всем удачи в прохождении диктанта. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами я, Александр Маршал. Хочу поздравить всех участников Евразийского экологического диктанта, пожелать успехов, интереса и, конечно, высоких баллов. Дорогие участники Евразийского экологического диктанта, новых вам знаний, успехов и удачи во всем! Дорогие друзья, с вами Оксана Федорова, и я приветствую всех участников Евразийского экологического диктанта. Мы с вами живем на прекрасной планете Земля. Я надеюсь, что новые знания помогут вам открыть новые возможности для сохранения нашего общего дома. Удачи, и давайте начнем. Дорогие уважаемые участники Евразийского экологического диктанта, я вас приветствую. Меня зовут Игорь Угольников, я глава студии «Военфильм», режиссер и продюсер. Я вам всем желаю веры в своих силы и победы во всем. Обязательно. Дорогие участники Евразийского экологического диктанта, знания открывают нам удивительный мир, в котором мы живем. Меня зовут Андрей Чернышов. Я желаю вам увлекательно, интересно провести это время и, конечно же, удачи в диктанте. Дорогие друзья, Всероссийское общество охраны природы и Российский государственный социальный университет в этом году проводят первый Евразийский экологический диктант. Найдите время, посетите сайт 28 ноября в 10 часов московского времени. Мы постараемся, чтобы вам было интересно. Удачи и до встречи! С вами Федор Юрчихин, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России.